Привет! Сегодня, на 3 число, партия «Алга Казахстан» было подано уведомление в управление акимата на проведение мирного собрания в городе Костанай. Это локация Парк Победы. Даже снег не почистили. Ну, то есть идешь, тут люди вытаптывают себе сами тропинки и ходят. Мирного собрания в поддержку нашего председателя, ультрамарафонца, всемирно известного человека Марата Ульгеньевича Жуланбаева. Управление акимата нам отказало в проведении мирного собрания по причине того, что якобы в этот день, в это время в парке будут проводиться строительно-ремонтные работы. Я выехала на место. Никаких ремонтных работ здесь не производится. Очередная ложь. Я имею право снимать. Я не буду снимать вас. Я не буду его снимать. Я прочитаю вслух. Вы берете этот телефон? Да. Бекенов Арлан Исламбекович, оперуполномоченный. Хотите вы пойдете в сумку? Я нахожусь в общественном месте и снимаю саму себя, потому что я блогер. Все, хорошо. Сам снимайся. Сам подчисляй, садим сам. Откройте группу сюда, на Парк Победы. Ну, теперь в Парке Победы уже и видео снимать нельзя, в принципе. Подойдите ко мне. Я не удивлена. Что? Не снимайте меня. Я имею право снимать, при исполнении находитесь. Имею право, полное. Вы находитесь при исполнении, я имею право снимать сотрудника полиции. Да? Слушай. Нет. Да, точно. Отражается. Я все равно буду снимать. Не выкладывайте, вы снимайте для себя, у меня социальные сети не выкладывайте, хорошо? Это мое право. Я вам, человечек. Это мое право. Выкладывать или нет? Вы меня выкладываете в социальные сети? А для чего вы ко мне подошли? У вас есть, вы храните для себя это, понимаете? Я все храню. Храните для себя. Если у вас какие-то были вопросы, вы можете с этими материалами обратиться в суд, если у меня будут какие-то машины с моей стороны. Ну скажите, меня сейчас по какой причине остановили? Я вот здесь стою, свободный гражданин, который гуляет в Парке Победы. Какие-то проблемы там, я обратился. Вы сказали, почему вы снимаете видео? Я что, не имею права снимать видео в Парке Победы? Это общественное место. Общественное место? Ну? Для чего? Подойдите вот сейчас, вот женщина, достанет телефон, начнет снимать там ребенка, себя начнет снимать. Вы тоже к ней докопаетесь или что? Нет, я просто обратился, может, какие-то проблемы. Вы не обратились ко мне с вопросом, у вас какие-то проблемы. Представились, и что? Но ваш первый вопрос был, зачем вы снимаете видео? Сейчас, подождите, пожалуйста. Зачем? Какую группу мы сейчас ждем? Кого вы ждете? Что вам дали очередную команду или что? И вы не знаете, что делать дальше? Не ко мне вопрос. Просто сказали подойти и все, как обычно? Я имею право вас снимать. Вы мне данные мои записали? Да. Зафиксировали? Зафиксировала. Но я имею право вас снимать. Я при исполнении. Да, вот именно, что вы сейчас не в гражданской одежде передо мной стоите. Если бы в гражданской одежде стояли, я подошла и спросила бы у вас разрешение, могу ли вас заснять, правильно, да? А вы находитесь при исполнении. Социальные сети. Это мое право. Если я посчитаю нужным, я выложу, вы находитесь при исполнении. Для чего вы выложите мне социальные сети? Может, я так хочу. Интересно, контент у меня такой же, блогер. Вот они. Стоят клубки. Этот постоянно разговаривает по телефону, ну, видимо, очень важный, серьезный человек. Просто преследуют, я не знаю, может, там за стол прятались. Я так предполагаю, что вот этот человек в серой куртке тоже сотрудник. Сейчас к ним подойдет.